ранних времен, еще с времен советских. Вот. И вот, наконец-то, эта песня приобрела исполнителей, замечательных ребят. Вот. Настя Макеева и ее супруг Рома Мальков. Вот. Замечательные такие прямо интернет-герои. Вот. Инстаграм. Такие прямо настоящие супергерои, вот, за которыми в хорошем смысле следят, пишут. Вот. Они взяли эту песню и сделали дуэтом. Вот. Настя Макеева, победитель трех аккордов. То, что мы знаем не понаслышке. Я конечно, тоже участвовал. Вот. Она очень хорошая певица. Хорошая певица. Вот прям вот прям певица-певица. Вот. И ей, конечно, эта песня, я думаю, что сыграет прямо хорошую роль в ее творческом таком полете. И репертуар, конечно, ее немножко расширится. Потому что это ее авторская песня, она ее пережила, и чувствуется их любовь с Романом. И там такая история у них тоже. Вот, все об этом пишут. Это очень здорово. И вовремя, вот то, что она ее взяла. 12 апреля, в день космонавтики, действительно... Запускается, да, шансонный спутник. Мы полетим над земным шаром. И действительно, я думаю, что она уже имеет успех. Они пели ее в Крокусе как раз 17-го. У Ларисы Рубальской. Вот. И песня пошла замечательно. Поэтому я их поздравляю. Поздравляю Ларису, себя. Ну и нас, конечно, радио Шансон. Вас, ребята, делаем. Музыкальная спасибо. Галактика станет богаче. Да, да. Я думаю, что она войдет в плейлист и достойно будет украшать. Слушай, эфир. Здесь получается, что песня.